Видеть во сне рыбу – хороший знак, подобные сновидения чаще всего сулят нечто хорошее, будь то возможность обрести материальное благополучие или просто успешный период в жизни. Особенно хорошо, если снится, что вы как-то добываете рыбу, ловите или просто покупаете. Если приснилось, что вы покупаете рыбу на рынке или в магазине, в реальной жизни готовьтесь получить неожиданную прибыль либо же радостное известие, также связанное с деньгами. Если снится, что вы отправились покупать рыбу и выбираете будущую покупку, в действительности вы точно так же сумеете сделать верный выбор и, как следствие, выгодное приобретение. А вот если подобный сон снится замужней женщине, он может иметь и другое значение, предвещать скорую и желанную беременность. Обратите особое внимание на сон, в котором вы купили несвежую рыбу, у этого сна единственное негативное толкование, он может предвещать серьезные проблемы со здоровьем. Смотрите также в соннике. Ловить рыбу — большая рыба, поймать рыбу — рыба в воде, жареная рыба — живая рыба, мертвая рыба — соленая рыба, много рыбы — видеть рыбу, жарить рыбу, ловить рыбу руками — рыба в аквариуме, рыба сушеная — чистить рыбу, покупать рыбу — дохлая рыба, ловить рыбу на удочку — рыба замороженная, красная рыба — рыба в руках, рыба копченая — икра рыбы, кушать рыбу, поймать большую рыбу — сырая рыба, тухлая рыба — рыба без головы, свежая рыба — огромная рыба. Кормить рыбу — в нашем соннике вы можете узнать не только о том, к чему снятся сны про рыбу, но и о толковании значения многих других снов. Кроме того, вы узнаете больше о том, что значит видеть рыбу во сне в онлайн-соннике Миллера.